Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Улуха. Ну что, за пятый день мы забираем рыбу. И давай-ка мы посмотрим, есть ли у нас сегодня какие-нибудь задания. Нету. Событий, друзья мои, к сожалению, нету. Плохо. Причем времени прошло довольно много. И событий нету. Подозрительно все это как-то. Так, ну что там у нас Йохан принес. Ну вот это я, наверное, заберу и все. Так, беззубика, ну, как всегда, отправляем на поиски. Чего? На поиски шлемов? Нам шлемов еще нужно 4 штуки найти. Что-то как-то он тяжело их находит. Ладно, пускай пока летит. Давай наших гавриков отправим дальше на поиски. Так, здесь нам 150 тусклого янтаря перепало. Так, ветрокрыл. Давай-ка мы тебя отправим заново за железом. Так, ты за древесиной лети. Костолом тоже за древесиной. Так, заберем с тобой блестящий янтарь. Я думаю, что, наверное, мы накопили еще на одну. Нет, не накопили. Хм. Не накопили. Ладно. Что же тогда нам делать? Так, ребята у меня по уровню получили, получается, так? Давай-ка я тебя покормлю. Что? Обалдеть, ребята. Слушай, ну с такими... Блин, ценники все выше и выше и выше с каждым разом. Я даже не знаю, что, ребят, делать тут. Этот 184 миллиона требует. А этот 188. Как быть? Как быть? Где мне столько, блин, ресурсов-то добывать, а, друзья? Офигеть! Продвинули. Ты видел, сколько они продвинули? По мизеру. Просто, ребят, по мизеру дали. Так, ну хотя бы громилет пока может, ребят, прокачиваться. Как говорится, грубо говоря, на халяву, ё-моё. Потому что он очень мало требует. Остальные, конечно, да. Проглоты еще те. Я тебе могу сказать. Так, ну-ка. 192. Ну давай, иди, иди. Болтун. Находка для шпиона. Так, здесь забираем корму плюс янтарь. Так, он пошел у меня, да? Все, пополз. Так, ты у меня что тут принесешь? Ну, понятно, 120 тусклого янтаря. Давай, не двигаться. Вот так вот сделаем. Этого парня мы, наверное... Давай-ка я, наверное, его обучу. Плюс еще 30, ребят, это будет 180. Это будет 180 железа он будет добывать. Слушай, ну это круто. 180 железа. Да, приличная сумма. Так, брызговик. Блин, 350 миллионов требует. Дофига это на самом деле, дофигища. Так, ладно, пускай летит за рыбой. Что у нас тут? Что еще мы можем сделать? Притулился тут, понимаешь ли, втихаря. По-моему, я всех отправил куда только мог. Единственное, что мы с тобой не отправили вот этого на задание и нашего здоровяка. Так, ну что, они побежали, все побежали. Так, этот рыбу мне отдает. Он мне рыбу отдал. Так, 96 уровень. Давай сделаем так. Нет, я дикаря качать не хочу. А вот страхоколов, наверное, место занято. В академке написали, не хватает места, потому что страхокол не мог полететь. Ну, что тогда делать будем? Давай заберем здесь тогда награды наши. Так, на одну заработали, да? На одну. Одна награда. Так, можем мне посмотреть, сколько у нас там? О!
красочный шест с лентами. Вот так вот он выглядит. Поставили его здесь. Давай, наверное, бесплатный пак заберем. Ну-ка, что у нас тут? Громыль, древоруб, парящий прихвостень. Ну, само собой, ресурсы. О, 60 железа дали. Слушай, нормально. Так, здесь у нас, по-моему, один пак. Ага, готов. Шепот смерти, костолом, крылатый ужас, громобой защитник. Я вот не знаю, что нам сегодня? Опять арену, что ли, бомбить? Так получается. Как бы, ну, других вариантов я, ребят, не вижу. Так, давай наших этих спасите драконов. Пускай летит бесплатно. Такс, что нам тут? Мешок с яблоками. А зачем нам мешок с яблоками? Это куда такое нужно? Я что-то не знаю, ребят. Угу. Это яйцо. Это у нас... Да, дрожжезуб. Разместить. Дрожжезуб. Так, кривоклык. Пак. Все-таки решили пак дать. Хорошо. Так, позаботься о гнезде. И Грамгильда у нас пойдет на поиски. Вроде бы все, всем нарезал задачи. Все, как говорится, что-то делают, шуршат. Блин, как же так, нет событий, а, ребят? Столько времени прошло и нету. Новые сезоны события. Новую валюту. Ну, новая валюта, да. Это... Так, а что у нас за награда по максималке? А, так это фейерверк, друзья. Фейерверк у меня есть. Он очень, кстати, ну ты сам видел, да? Он добывает очень много железа. А еще мы сейчас его прокачаем. Он вообще будет добывать офигеть сколько. И древесину он. Вот он. Подожди, вот здесь вот. Не знаю, ребята. Если кто спрашивает, стоит ли его приобретать, я думаю, что стоит. Потому что... Он очень много железа приносит для своего уровня. И дерево тоже. Прям 250 миллионов. Это на 112 уровне. Это, считай, ну, вообще круто. Это больше, чем кто-либо. А, нет, подожди, ну да, он даже переплевывает мне весночеса. Хотя весночес 113 уровня, а тот 112. Так, ну что, ребят, я думаю, тогда давайте, наверное, поиграем немножко на схватках. Ну как немножко? Два раза, ну, два пака викингов получим. И я думаю, что на этом будет достаточно сегодня. Было бы событие, конечно, мы пошли бы на событие какое-нибудь. А его нету. Даже не предвидится пока. Поехали. Так, ну что ты там делаешь? Оу. Так, ладно. Ну что, они начинают опять, да, за свое. Они начинают за свое. Они, если кого-то возьмут на прицел, то они уже начинают до последнего бомбашить, пока просто-напросто не уничтожат. Естественно, со слабой броней. Да-да-да-да, сейчас добьет. Вот так оно и все и происходит. Ну ладно, мы сейчас отомстим, я надеюсь. Должно же у нас получиться. Так. Удар. Слушай, ну этот, наверное, не сможет пробить. А мы сделаем вот так вот. Пускай он нам помогает. Ага, замечательно. Просто круто. Так, ну что, сейчас от него будет промах. Сделаем так, сделаем так. И на следующем ходу мы его добиваем, получается, да? До свидания. Так, ребят, ну что, у нас следующий поединок. И... Блин. Давай с него тогда начнем. Со скалотряса. Слишком жестким, мне кажется, будет здесь. Да ёк, макарёк, кривоклык. Ну чуть, почему ты постоянно ему оставляешь чуть-чуть здоровья, а? Неужели так тяжело его добить? Офигенно. Просто офигенно они делают, я тебе скажу. Они сейчас уничтожат мне опять моего
Штормореза. Ну да. Они неугомонные просто какие-то. Вот он не дает. Раньше у меня все время Барсик страдал. Теперь почему-то они переключились на Штормореза. Так. Ну тут, понятное дело, слепота была. Сейчас мы сделаем так. Под слепотой он ничего абсолютно делать не может, ребят. Поэтому сейчас мы его... Да что ж там, кто там... Сообщение-то клепает мне столько. Все, ребятушки, здесь прошли. Ну что, друзья мои, следующий поединок. Эх, опять этот стражник здесь. Как его, стражник, жнец? Я уже забыл, как его там величать-то. Ну, в общем, он, ребят, поедает энергию у нас. Все это прекрасно помнят. Давай, наверное, его тогда и уберем в первую очередь. Нафиг он мне здесь нужен? Он будет просто опять скидывать мою накопленную энергию. Так, алая плеть. Ладно, фигня это все. Ну, а, ну у нас энергии мало. Так, он почему-то не жжет, не знаю. Может быть, у этого и не срабатывает должным образом. Это, по-моему, у элитного, да? Вроде бы сжигает. Но этот, по идее, тоже должен был. Так, алая плеть меня траванула. Давай-ка мы этого завалим. Так, что? Что? Ну, понятно, Барсик спекся. Барсик спекся, и остается алая плеть. Я удивлен, что она не делает массовую свою атаку, хотя могла бы. Ну, тогда до свидания. Так, ребят, забираем первый наш пак вождя. Шторморез, прихвостень, так, алая плеть. Оу. Это у нас стальной капкан. Ага. Ну что, пойдем тогда за вторым паком. Быстренько его получим, ну и в принципе, наверное, будем закругляться на сегодня. Потому что делать уже будет нечего. Так, древоруб. Ой, древоруб. А почему ой? Древоруб. Или как увеличать? Слушай, уклонение сработало. Подожди, это по... Какой древоруб? Это парящий прихвостень, ребят. Древоруб. Древоруб у нас зеленый, а этот... Вот такой вот. Так, только не фаерболы. А-а-а! Твою налево, а сейчас пропишет кому-то. О, Барсик, ты еще выжил. Это каким-то, ребят, чудом у нас получилось. Жалко, конечно, я его спасти не смогу. Ожидаемо было. Так, слушай, ну он что-то косит. Что ты... Ай, баран, я вообще не это собирался сделать. Я хотел, чтобы он... Ай, ладно. Так, испепелил все-таки, да? Своего кореша. Ну, началось. Так, сюда не попало, здесь уклонение. Нормально. Готов. Угу. Опять, куда же без этого-то, да? Куда же без этого хламона? Без него никуда, поэтому начну с него. Так, тут у нас еще, правда, сарделька сидит. Кого она будет бомбить? Она обычно у меня всегда на штормореза выделывалась, сарделька. Тут я смотрю, почему-то опять все переключились плавно на Барсика. Так, давай-ка добьем, наверное. А! Не вышло ни шиша. Так, я даже не знаю, с кого. Ну, наверное, все-таки Громорога надо пинать. Во-первых, потому что мы его быстрее сможем запинать, да? Твою налево, ты посмотри, что делает, а? Давай, наверное, так сделаем. Опять переключился на Барсика. Блин, неужели ушатает, а? Нет. Так, опять же, залечим раны, попытаемся. Так, укус. Офигеть, Барсик, ты так мало у него здоровья отнимаешь. Просто мизер. Давай, наверное, сделаем понижение брони. Укус. И, наверное, сейчас добьем. Нифига не добьем. Опять, ребят, сообщения пишут. Вот так вот бурные выходные у нас и проходят. Вначале гуляем, потом нам пишут. Ну что, друзья мои, очередной поединок и...
Шепот смерти. Надо его ликвидировать срочно. Срочно. Фига ты бомбишь. И это, ребята, он еще не сделал свой суперудар. А, ой. Да ладно. Неужели Барсика сейчас сметут? Так, ну-ка. Блин, а у этого три энергии. Сейчас, ребята, будет, по-моему, фиаско кому-то. Смели. Просто смели Барсика, как будто его здесь и не было. Офигенно, он еще и повысил себе атаку. И что это у нас тут получается? Скажи-ка мне на милость. А получается полный отстой. Сейчас этот бомбанет. И этот, наверное, добьет, да? Не добил. Но что-то мне кажется, все равно, ребята, дело дрянь. Вот сейчас добьют. Вот сейчас добьют. Пипец. Да, ладно, с этим-то мы раз... Давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Вот так. Ой, я ошибся. Я думал, что этот будет ходить первым. Ага. Молодец, красавчик. Блин, ну он наносит мало урона. Ты заколебал, а? Он же только что... А, он энергию, ребята, пожирает. Ё-моё. Да все нам кранты. Зашибись, блин. Я ничего сделать не могу. Чё-то так резко укусил его. Да, сфейлился. Ну что, друзья мои, вот он наш второй пак вождя. Давай посмотрим. Шепот смерти, водорез, громобой защитник и громгильда. Вау. Еще тройной удар чемпион. Нормально. Нормально так у нас все получилось. Да, ребят, ну, вы знаете, да? Если что, событие будет, сразу пишем мне в личку, в комментарии, и мы будем бомбить. А пока все, по-моему, да? Ну да, получается, что сделать я здесь абсолютно больше ничего не могу. Все, что хотел, в принципе, я сделал. Слушай, а где у меня этот? Ага, вот он. Ну, лети опять за рыбой. Все, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.